Всем привет, друзья, и сегодня я покажу, как меня рейдер шустро локим. Кидаю тропу, осколок, начинаю бить его, он юзает развейку. Кидаю молот, пытаюсь его как-то убить. Я до этого тоже думал, что он меня как-то может за фут прокаст убить, там, или хотя бы запровод жалку. Ломаю эту кувалду, я ставлю минимум. У меня опять вообще нет бинтов. Стоит на мину, я кидаю тропу, осколок. Очень мало его продамаживаю. Юзаю развей. Бью его. То есть тут я не знаю зачем, как-то в базу захожу, что-то делаю. Надо смелить его так, потому что, ну, что он мне сделает, он без провокации. То есть в этот момент желательно бы отсчитывать... Ну, хотя бы 45 секунд, то есть. С его провой. Не таймлю. Дикий в тизы. Опять бью мне его, со сколько очень сложно пробить. То есть он меня бьет. Я не могу это перехилить, мне сложно. И захожу в базу, потому что оставлю минку, как бы тратить пинты. То есть у него вот уже провы должны откатиться. Тут можно бы было берса заюзать. Я как-то дохиливаюсь, потому что ну, бинтами нет, бинтов нет. Надо экономить как-то. А он скрывает у меня сундук. Я уж не помню, что там, но ну, не даю все равно вскрыть. Как-то тут надо не давать ему вскрыть. Как-то вот дамагом, ну, печка, я его вообще не могу пробить. Тут юзаю вейку, как-то стараюсь что-то сделать. Ну, если бы я сразу знал, что он меня убивает, то так тупо ломать себе кувалду. Ну, ладно. То есть, я не знал, что меня за фулл прокаст даже не убивает. Я в не боялся, я просто с ним... На баланс его держал. Думаю, что сделать, потому что развивка D он мне может забрать, смотрю, что он украл. Руны локи, гнев, жалко, в принципе. Кидаю тропу, как-то думаю убить. И он тут летает. Залетел. Не туда. Я такой думаю, он сейчас ко мне полетит. Жду его, потом обратно возвращаюсь. Стою на мину. И он обратно уже бежит. Юзаю вейку, потому что думаю, что сразу справа. Ну я отхожу. Надеюсь, что он не будет скрывать, делает, а он ломает кувалду, я оббегаю. Хочу взять развей. Тут мог и баночку бы заюзать. Ломает еще одну кувалду, я думаю, он пойдет по бомбам. Ставлю туда мину. О, делаю бобра, чтобы как-то принести лут. Он пока не взрывает. Хочу как-то его обойти, ему тропу кинуть. Кидаю тропу. Осколок бью его, на плохо подамаживаю. Тут вовремя успеваю взять развей. Тут можно мне было и просто в атаку пойти. Базику пойти.
что я, собственно, делаю по Бали. Не даю это максимально ему вскрыть, потому что там вроде бы эльфийский сет Мона лежит. Хочу опять базик байскому хилиться. Он в КД хилить базиком. Здесь можно было защитку заюзать и выйти на него. Ставлю барана, чтобы было на 7% больше намного. Раз он не сходит мне бомбы. Здесь нападаю на трупы на него. Как-то чуть пробивается. Молот. Еще осколок неплохо попадает. Отступаю его в веку. Он опять пауэр просирает, и все, можно спокойно его бить. Мину будет тут поставить. Вот, ставлю мину. Смотрю то, что тут. Тут была мина. Здесь можно было заюзать. А, ну вот я скорость вижу. Стою опять на мину. Он не попадает тропой. Отхожу, хилюсь. Бафы Берса. И жду КД развейки. Кидаю тропу. Осколок. Разве, конечно, много слил. Ну, опять же, я не знаю то, что я выжил. Он наступает на мину. Ломается там куда-то. Я бафу Берса. До конца рейда еще 10 минут. Он не в центре, но... Он у меня как бы тоже лутается, промахиваюсь тропой. Ставлю мину. И вот 10 минут надо как-то либо с 10 минут его убить, либо, не знаю, не пустить домой. За бомбами и так далее. Не дать вообще что-то вскрывать. Кидаю тропу. Осколки начинаем бить. Тут бы молот кинуть, вот кидаем молот, но он летит. Из-за развейку осколок не летит. А, выпиваю бальзам. Отбегаю его, тут бы мог попасть, я промахиваюсь тропой. Как-то вот от этой статуи думаю отыграть. То есть от стана. Не понимала я в тот момент, что... Я думал, что он закрыт, но он спокойно может выбежать. Я думаю то, что вот, ты закрытый каким образом, я не знаю. И ты у меня умрёшь. Думаю, сейчас эта штука тебя застанет, я выйду на тебя. Ставлю баласики. Стан не проходит. Кидаю тропу. Бью его, бью. Тут молот кинуть. Не тут-то. А, нет, он станется. Ну ладно, я развейку юзаю. И отхожу. Ставлю мину. Смотрю, что у меня нет молотов. Думаю взять молоты.
перо молота. Тут бы я мог на защитке выйти. Беру еще развей. Много развей не бывает. И тут он, по всей видимости, хочет уйти домой. Наступаю на него, потому что если он будет уходить домой, возможно, он возьмет бомбу и, ну, как бы, хотя бы чуть-чуть время потянуть, и он уходит. Дальше мог спокойно, смотрю, что он украл. Гнев, логи там. Посох возьми, возьми из дерева, не жалко. Ну, а так по мелочи. Дальше. Тут я мог спокойно принести лут, хотя бы там, не знаю, драк или развей. Ну, вот то, что у меня в центре, потому что, ну, если он пошел домой, то либо за кувадами еще куда-то я пробиться, ну, там пробиться, я не знаю, куда. Либо за бомбами, что он в конечном итоге и сделал. А сейчас просто мы будем ждать его. То есть даже мины не ставлю. А зачем его? Это же настолько гениально. Остается 5 минут, и он приходит. Я бафую Берса. А, там у меня стоит Минка. Он рядом бахает бомбу. Сейчас второй ждет. Чего я жду, я не знаю. А, слишком поздно трапу. Надо было бы пораньше. Молот сразу же кидаю. Он... Ну куда-то кидается, но не туда, ну что это? Его тут просто его бить. И хотя бы хилиться, потому что он кувалду бьет. Вот тут базик бы хотя бы и под защиткой. Но я что-то бегаю, что думаю, сейчас он сможет это украсть, как-то что-то беру отсюда. Потом думаю, так он сейчас бомбу бахнет. Он бахает бомбу и скрывает там, где Эльхалк, вот руны, локи, развей. Такой, господи, надо что-то делать скорее, он сейчас это все украдет. И там просто он хоп-хоп-хоп кидает тропу, как-то бью. А вообще не могу его пробить. Сейчас бинтика всего остается. Бью, он это перехиливает моментально. Залетает провокация. Это жалко, и вот с этого момента я понял, что чел, ты не убьешь никак. То есть вот, за фулл прокат, но все равно все ФБДЖ-стен. Еще бомба. И он долутывает это, а у них ХП нету. До конца рейда 3 минуты, мне надо его за 3 минуты убить. Я без ХП, я без хила. Он с фулл ХП, я его пробить не могу. Ему ничего не надо делать, его просто дракончик на него пробивает. Там ли кладка, не даю вскрыть. Хилюсь. Понимаю, что все, он уже не вскроет сундук, ну, то есть гроб, потому что я не дам. Он ставит, как я понимаю, бобра, я его бью. Тут тропу, не попадаю тропой. Ужас, как-то бью, он тут бегает что-то. Что-то было от дракончика. Максимально не даю вскрыть, он там лутается, молоты в него кидаю. Бью его на пол ХП, почти продамажу, вынужден даю развей.
Бью его, бью. Сейчас думаю, ладно, надо тратить этот хил. Не давать ему идти, нет, не уходи. Он стоит на мину, я его как-то бью. Он юзает развейку и уходит. Если он уйдет, я понимаю, то есть, если он уйдет сейчас, все, я остаюсь без лута. Не даю ему идти, он тебе делает КД, мол, там, бью его, бью. И он на выход куда-то бежит, куда? Я думаю, то есть, скорее скорость на минус стать, чтобы дать ему 15 секунд КД. Пока туда-сюда, ему быстрее выйти. И он нападает, зачем он мог спокойно выйти? Ему мало лута, типа, меня убить, меня залутать. Провокация, отражалка, я так думаю, да господи, можешь я хотя бы выжить. Но хп выживаю, бью его, бью. Один бинтик, вейка нужна. На лаке просто, и все, вот у меня нихила, нифига. Стою на еще одну минку, чтобы у него опять было КД. Я понимаю, что я его не убью, у меня нет хила вообще нет. Смотрю, что он украл. Думаю, блин, а если он еще раз идет, типа, так с этого заберет? Думаю, да ля, нет, не должен. Думаю, скрафтить пальчики. Нечего. Смотрю, сколько лодки у меня осталось. До конца рейда одна минута, так думаю, ну все, он уже не успеет. Хотя бы посмотрю, что он украл. Иду к птичкам. 140 молотов, 132, делаю скрин. 100 ореха, 40 локи, и те еще 9, 49. Ну, грубо говоря, 50.